Привет, все как? Ну, во-первых, доброе утро. А во-вторых, как изволишь поживать? Это что за королевские замашки с утра пораньше? Ну как, Дим, ведь мы с тобой сегодня в отеле Queen's Park Takerova. Ну и вообще такое кому не мешало бы и переодеться. Угу. Легко. Ну как? Ого, впечатляет. Но вообще, Дим, я пошутила. Здесь огромное количество водных развлечений. Ну так что, скорее всего, ты весь день проведешь в плавках. Тогда пойдем снова переодеваться. Пойдем. Отель Queen's Park Takerova Resort & Spa расположен на побережье Средиземного моря в 60 километрах от Анталии. На территории площадью 65 тысяч квадратных метров находятся два главных корпуса и 4 бунгало. Гости могут разместиться в стандартном номере или в двухкомнатном семейном. Имеются варианты с балконом или с широкой террасой, откуда открывается потрясающий вид на море и три острова – популярное место для дайвинга. Но встретить здесь можно не только аквалангистов. Оксан, ты где ходишь-то? Я тебе пойду такое показывать. Я никуда сейчас не пойду. В смысле? Почему? У меня сейчас свидание. Опаньки, это с кем? С Джонни Деппом. Угу. Чё? Да. Давай, хорошо. О, Джонни! You're real. Чё? Да. Ничего. Отель имеет собственный песчаный пляж, отмеченный голубым флагом. Здесь вас ожидает море развлечений, водные лыжи, ватрушки, диваны, бананы. Также можно отправиться на морскую прогулку. Развлечений здесь много, ну а я выбираю одно из самых экстремальных. Ну какой русский не любит быстрой езды? Погнали! На территории отеля имеется большой открытый бассейн с лежаками и зонтиками. Иногда ты очень устаешь от всех этих активностей, и тебе хочется просто отдохнуть в бассейне. Но только не в Queen's Park Takerova, ведь здесь находится самый большой в регионе аквапарк площадью 4000 квадратных метров. 22 горки, фонтаны, водопады. Здесь будет интересно и детям, и взрослым. Отель также может похвастаться самым большим и безопасным детским клубом в регионе. В арсенале веселых профессиональных аниматоров множество забавных и развивающих игр. А пока дети резвятся в мини-клубе, родители могут выбрать себе занятия по душе. Акваэробиком, пляжный волейбол, стрельба из пневматической винтовки, большой тренажерный зал. Возможно, здесь у вас появится новое хобби. После активного отдыха добро пожаловать в спа-центр. Гости отеля могут бесплатно посещать хамам, финскую сауну и римскую парную. Потерялась. Слушай, здесь так много всего интересного. Вот думаю, куда еще сходить. Мы сейчас пойдем в Типидарио. Типа что? Скипидар? Террариум? Ты на что намекаешь? Пойдем, сейчас все сама узнаешь. Как выяснилось, типидариум – это теплое сухое помещение, где можно разогреть тело перед дальнейшими процедурами. За отдельную плату в спа-центре доступно посещение соляной комнаты, все виды массажа и услуги косметолога и парикмахера. Что касается питания, завтрак, обед и ужин в виде шведского стола сервируют в главном ресторане по системе «Все включено». По соседству расположен отдельный детский ресторан, где все рассчитано на рост и вкусы маленьких посетителей.
Также на территории отеля имеются 4 ресторана а-ля карт, где можно познакомиться с турецкой, китайской и итальянской кухней или отведать исключительно рыбные блюда. А закуски и широкий ассортимент алкогольных и безалкогольных напитков вам предложат в барах отеля. Их на территории Queen's Park Тикерова 8. По вечерам гости отеля могут насладиться живой классической музыкой. Добрый вечер, моя королева. Спасибо. Слушай, я смотрю, пребывание в отеле Queen's Park Тикерова тебе явно пошло на пользу. Ну ладно, хватит этих королевских замашек. Давай выставлять звезды. Ну что ж, первая звезда. Очевидно. Это потрясающая территория. Это волшебный вид на море и на три острова. Это так красиво. Действительно запоминается. Ну, а я свою звезду готов подарить за аквапарк. Он просто бомбический. Здесь есть детские горки. В общем, столько горок. Очень круто. Я хочу туда вернуться. Хочу продолжить тему детей. Я вручаю отдельную звезду за отношение к детям в этом отеле. Ну, помимо того, что здесь есть детский аквапарк. Здесь есть еще и детский клуб. Причем это самый большой клуб в регионе. И детский ресторан. Отдельный детский ресторан. Продолжая тему ресторана. Вот как раз за ресторан я и хочу вручить свою звезду. Кроме того, что ресторан работает по системе Ultra All Inclusive, там есть все. Есть отдельная улица, гриль. Да, гриль, улица. Там есть и люля-кебаб, и шашлык, и машлык, видимо. И такая еда, которую я никогда в жизни не пробовал. Ну, а я на самом деле больше предпочитаю сходить на какие-нибудь косметологические процедуры, на массаж, например. Ну, в общем, я с удовольствием вручаю заслуженную звезду за спа-центр. Я думаю, настало время прогуляться. Да, кстати, а ты знаешь, что сегодня белые ночи? Мы что, в Питере? Да нет же, мы по-прежнему в отеле Queen's Park Тикерова. Но здесь есть очень интересная вечерняя программа. Пойдем сами все увидим. Пойдем.